Основы тактической медицины, огневой, инженерной подготовки и военной топографии освоили очередные участники проекта «Будь готов». На аэродроме «Пушистые» в Корсаковском районе провели серию мастер-классов. Тренировки проводили опытные инструкторы на протяжении недели. В числе курсантов оказались и преподаватели южно-сахалинских учебных заведений. Очень много интересного, в особенности из тактической медицины. Есть такие моменты, которых я, будучи учителем ОБЗР, даже не знал. То есть они реально могут помочь не только в военных условиях, но и в простой гражданской жизни. Вот здесь, вот, конечно, оно лучше запоминается, чем в помещении. Тут и есть у нас, демонстрируют материалы, там и гранаты кидают, чтобы там было. И Гоша у нас, так, материал такой для демонстрации, манекен, на котором как раз отрабатываются и перевязки, как правильно делать, там, как будто все на живом человеке. Проект «Будь готов» был запущен в Сахалинской области в прошлом году в областном центре. Он реализуется при поддержке Департамента общественной безопасности и контроля городской администрации.